команд Гвен Пара и Скотт Дивуар. Аплодисменты. Что ты там придумал на фристайл? Мы с тобой персонажи фильма «Леон Киллер». Ты Леон, я Матильда. Ни хрена ты изменилась, Матильда. Переходный возраст, брат. Так, Муха. А что с фикусом? Да это не фикус, это фокус. В смысле? Вот смотри, куришь фикус, смотришь фокус. Муха. Матильда. Матильда. Да, Леон. Мы таким образом не выиграем. Конечно. Тебе легко говорит. Стоишь, кайфуешь, не паришься. Нашел себе место под пальмой. А ты че такой нервный? Да, брат, меня еще через границу товар перевезти. Ну, ладно, че ты, не держи в себе. Лучше спой что-нибудь. Легко. А черный парень на пруду толкает белым наркоту. Да, Муха! На том пруду. Матильда! Да, Лен. Лучше спой что-нибудь про африканскую культуру. Конечно. У нас очень интересная национальная кухня. Этот ужин самый вкусный ужин на земле. Только жаль, что нарисован палкой на песке. Так, стоп, все, хорош. Давай лучше к этим, как его, вот, блатной, зеркальный. Номер? Да-да-да. Окоп у меня тоже есть. Диана Широкина показывает количество волос на моей голове. Вот такая вот. Друзья, армяне, по их мнению, везде пробьются. Поэтому давайте представим. США, штат Калифорния, раздевалка баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс. К баскетболистам приходит новый тренер. Так, я не понял, где наш старый тренер? Так он же старым был. Я его на машине сбил. А чему вы можете научить нас? Я? Воровать. Так, что касается игры. В двух словах объясни правила. Да вы даже правильно знаете, чё вы за тренер такой? Ха, ребята, поверьте мне, я познал баскетбол с низов. Хорошо, тогда по какой схеме будем сегодня играть? Отлично, сегодня будем играть по схеме 4-400. С каждого. И вот эти ваши разговоры, двухочковые, трехочковые, при мне не ведите. Хорошо, тренер, расскажите, пожалуйста, почему вы перестали играть в баскетбол? Долбанная травма колена. Как сейчас помню, я, Майкл Джордан, выход один на один. И я ударился головой об его долбанное колено. Ладно, давайте без лирики. Готовьтесь, парни, давайте, выходите. И вот этих вот путан позовите ко мне. Так, это группа поддержка. Я знаю, позови их ко мне. Друзья, и в конце. Мы хотим посвятить свой фристайл всем тем, кого рожала женщина. С вами была команда КВН Пары из Кот-д'Ивуара. Бардон ты, если чё. Не нужна мне корона.